Моя голова. Черт бы побрал эту заразу. Если я не придумаю, что с этим делать, будет плохо. Ugh!
Идем!
Thank you.
Я с тебя шкуру спущу! Я с тебя шкуру спущу!
Нет, я не справлюсь. Эй, послушай меня! Будь осторожнее, здесь опасно! Кто это сказал? Я это сказал! Я охочусь на кое-какую очень крупную дичь. И она как раз где-то здесь, в окрестностях. Так что не зевай, или пойдешь на корм троллю. Ты охотишься один? Хочешь спросить, где мои парни? Они обосрались и сбежали, когда узнали, что у меня на уме. Но это не проблема. Я сильнее их всех. И меня вполне устраивает одиночество. Эти чмошники только под ногами болтались бы. А вот ты, как я погляжу, можешь и принять удар, и сам приложить неплохо. Ты охотишься на троллей? На одного. Пока что. Вон там есть один, уже покалеченный. Думаю, с таким я могу справиться. А ты? Может, тебе тоже интересно? Покалеченный тролль? В каком смысле? Парни вроде бы видели, как он пару дней назад о здоровый булыжник споткнулся. Ногу повредил серьезно, видимо. С тех пор хромает. Сомневаюсь, что он теперь достойный боец. Значит, пора избавить его от мучений. Охота на троллей? Это мне по душе. Серьезно? Отлично! Приятно знать, что в этих краях не перевелись еще настоящие мужики. Тогда не будем терять времени зря. Он хромает где-то неподалеку и ждет, покуда мы до него не доберемся. Скажи, как будешь готов, и мы сразу двинемся за ним.
Пойдем выследим монстра. Отлично. Пойдем зададим ему трепку. А ты, парень, не промах. Уважаю. Знаешь, мои обычные компаньоны давно бы уже сбежали, поджав хвост. Давай живее! Мне уже не терпится надрать задницу этому зверю! А ты, парень, не промах. Уважаю.
чему это?
Знаешь, мои обычные компаньоны давно бы уже сбежали, поджав хвост. Ugh!
Постой-ка. Кто? Я? Чш, тихо. О, вроде показалось. Точно, приятель. Никого тут нет. А ты умный, глаза блестят. О, каждый раз, когда мне кто-то это говорит, начинаются неприятности. Что? Да ладно тебе. Я просто хочу поиграть в игру. В игру? Здесь? Именно. У меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Так, вот такие заходы меня еще больше тревожат. Не тревожься, дружище, не стоит. Очень простая игра. Называется «Вдвое или ничего». Ну, теперь ясно, что тут происходит. Ты нацелился на мой эликсид. Ты что думаешь, такой болван, как я, сможет тебя обвести вокруг пальца? Но ты же любишь рисковать, а? Давай я объясню тебе правила.
Ты ставишь на кон эликсид, и я задаю тебе вопрос. Ответишь правильно, удвоишь свою ставку. Ответишь неверно, и все мое. О, ясно. Ну, что скажешь? Да, и пока я не забыл. Мои друзья составят нам компанию. Они иногда такие любопытные. Очень хотят посмотреть. Надеюсь, тебя это не беспокоит? Хм, что-то их многовато. Как скажешь. Ты готов? Кидало в глуши. Вот такого я еще не видал. Но, приятель, попридержи язык. Лучше расскажи мне, что собираешься делать дальше. Я не такой тупой. Тогда моим друзьям придется проявить к тебе всю свою силу убеждения. Но я бы на твоем месте попытался этого избежать. Да плевать. Моего эликсита вам не видать. Ну ладно, но не говори, что я тебя не предупреждал. Похоже, надо тебя научить уважению. Ты от меня не уйдешь! Сейчас ты у меня попляшешь! Мне нужна помощь! Я тебе рожу расквашу! Я тебе рожу расквашу! Я тебе рожу расквашу!
Нет, я не справлюсь. Мне нужна помощь! Нет, я не справлюсь.
Я хочу кое-что купить. Не вопрос. Thank you.
Научи меня чему-нибудь. Что ты хочешь знать? Я хочу кое-что купить. Не вопрос. Я хочу кое-что купить. Не вопрос. Научи меня чему-нибудь. Что ты хочешь знать?
Научи меня чему-нибудь. Что ты хочешь знать?